Это мы тут рыбу ловим, короче. С работы приехали. Железо ловим, железо. А, точно он же. Нам железку ловим. Мы эти копатели этого железа. Ну кое-кто уже что-то поймал. Какую-то эту рыбу вон. Называется щука. Ну все, до свидания. В следующей серии рыболовные истории двух методологов. Вы увидите продолжение части одиноких этих вишневых садов.